Мы находимся в одном из сельских районов Саратовской области. Идет уборка урожая. Одна из самых, наверное, или самая горячая пора для сельских тружеников. Значит, и на одном из комбайнов мы, значит, используем продукт компании FIFI MPG Boss. И прибыли мы сюда для того, чтобы узнать результат, узнать мнение комбайнера. Вот именно на этом комбайне мы используем продукт. Значит, называется этот комбайн Challenger, это американский комбайн. И сейчас мы у комбайнера узнаем, значит, результаты применения и его мнение о продукте. Добрый день! Здравствуйте! Как ваши дела? Хорошо идут. Хорошо идут. Так, вы, значит, вы применяете продукт компании FIFI, да? Так точно. Значит, Boss. Вот мы хотели бы узнать результат применения, ну и ваше мнение о продукте. Ну, во-первых, мнение хорошее, да? Да. Значит, экономия топлива как? Есть, нету? Ну, если мы заправлялись два раза в сутки, сейчас один раз в сутки нам хватает одной заправки. Ага, а какой бак у вас, сколько литров? 350. 350. То есть на смену у вас где-то около 200 литров уходит или сколько? За смену, да. За сутки выходит 400 литров примерно. А теперь у вас стало уходить гораздо меньше, да? Значит, да. А покажите, какой продукт вы используете. MPG Boss. А, хорошо. А еще такой вопрос. А результат, а сколько вы используете продукт уже? Две недели. Две недели, да? А результат появился когда? Примерно на третьем баке так. На третьем баке уже появился результат, да? Да, да, да. Понятно. Динамика в двигателе появилась. Дымление, меньше дымить стал как бы. Хорошо, понятно. А в дальнейшем собираетесь использовать этот продукт? Конечно, собираемся, да. Конечно, да. Ну хорошо, спасибо за информацию. Пожалуйста. Всего доброго вам. До свидания. До свидания.